Сейчас об этих и других событиях подробно. Очередей, многофункциональные центры должно стать меньше. После того, как услуг стало больше, в МФЦ остро ощутили нехватку кадров. Посетителей масса, времени на их обслуживание у операторов не хватает. Чтобы решить эту проблему, штат увеличит. У сотрудников центра появятся помощники для заполнения документов. Кроме того, до конца года в Новосибирске откроют еще два новых офиса. В последние дни специалисты отмечают наплыв пенсионеров после изменений правил перерасчета. Тем заявителям, которые вышли на пенсию после 1 января 2015 года, обращаться за перерасчетом не нужно, поскольку наиболее выгодный вариант им уже был рассчитан и назначен к выплате. Также нет оснований для обращения за перерасчетом получателей пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии.